pocket. Read it off one sentence at a time. I'm tired of all the lines, convictions and your lies. Why do you have to point at me? В Дагестане, на северо-восточном склоне Самурского хребта, у подножья вечно снежных вершин расположился Агульский район. Именно здесь было угодно Всевышнему поселить один из малочисленных в мире этносов – агулов. Старинная легенда гласит, что когда Бог пролетал над горами Кавказа, раздавая из своего мешка языки народам, проживающим на земле, он зацепился за одну из скал и рассыпал свой ценный груз. Часть содержимого поднял, а часть так и осталась лежать на земле. Вероятно, несколько малых крупиц из этого мешка и достались агульцам. Удивительно, но факт. Жители Агульского района не говорят на одном языке. К примеру, говор жителей высокогорного села Буршак непонятен остальным агульцам. Ученые-этнографы до сих пор теряются в догадках причин такого разноречия. Агульский язык вообще-то функционирует в семье, в группе лезгинских языков. Это большая группа, это, собственно, лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский и другие языки. И вообще-то, если говорить о специфике агульского языка, в самом агульском языке столько разных наречий, говоров, диалектов, что до сих пор многие ученые, которые обращались к этому языку, вот четко и ясно не могут разделить эти языки. Бывают иногда даже казусные или даже какие-то интересные наблюдения, когда в одном селении разные вот эти магалы там или разные районы этого села говорят на каких-то своих отличительных таких говорах и так далее. Буршак, Худик и Аршук были ближе, вот, скажем, к Табасаранскому, к нынешнему Кайтакскому, Дахадаевским районам, и по всей вероятности эти языки тоже оказывали наибольшее влияние, наверное, оказывал соседний табасаранский язык. Потому что есть такие звуки и слова, которые вообще-то свидетельствуют о близости и о сильном влиянии табасаранского языка, и о созвучии, и соседстве с табасаранцами. На востоке, в ущелье Кушан-Дере, у подножья горы Джуфудак, расположилось самое высокогорное село в районе Буршак. Здесь агулы граничат Табасаранским районом, Кайтакским и Дахадаевским. Издревле агульцы занимались земледелием и скотоводством. А на альпийских лугах села Буршак местные жители разводят пчел на пасеках. Вкус меда здесь сильно отличается от обычного. Пока мужчины на полях, женщины, как водится в горских селениях, занимаются стряпнёй. Выпечка традиционного хлеба харан-улар превращается в настоящую церемонию. Believers.
Сегодня в доме Ахмедовых собрали женщину на выпечку хлеба. Хлеб называется, как правильно называется хлеб? Улак. Улак. Харан Улак. Да. Вот. Зульгиджат, Сураят и вот Зульфия уже молодое поколение учится выпекать хлеб, который пекут только, кстати, в этом селе, в Буршаде. Ну, рассказывайте, как там проходит процесс закваски. Закваску мы приготовляем раньше, да, этот несение теста заранее. Дрожжи вообще не добавляют. Дрожжи. Народные наши называются тум. Да. Теперь добавляем соль и закваску, и добавляем воду. Мешаем вместе. Перемешаем. А что уникального в вашем хлебе? Что отличает этот хлеб от всех остальных? Уникальный он вкуснее, чем этот хлеб, который печет у нас там в городе. У нас... А что делает его таким вкусным? Или оригинального вкуса? Там дрожжи это не добавляет. Там наши народные, это по-народному называется тум. Вместо дрожжа так добавляют тум. Это... Секреты технологии традиционного хлебовыпекания передаются из поколения в поколение. Поэтому во время замеса теста присутствует кто-то из молодежи. Оставляем это тесто, вмещаем, оставляем на 2 часа, чтобы он опухший был. И там пекарь, у нас уникальный бывает, когда вот это тесто делаем из, на глине. Там у нас пекарни делаем из глины. Печи, да, специально? Да, делаем. А тесто вы замешиваете крутое или оно каким должно быть? И чуть-чуть мягкий. Помягче. Чтобы да, мягкий. Так чуть развязывалось, да? Да. Надо сказать, что изготовление таких плит тоже отдельная церемония. Этим, как правило, занимаются женщины. В замес из глины добавляются конские волосы или козья шерсть, что придает плите прочность и делает ее долговечной. Берем глины, место есть у нас специальное место для таких пекарней. Берем там и целью месяца мы готовим эту глину. Там добавляются волосы. Козлини или шерсть, козлини. Да, козлини волосы бывают, эти добавляют. А бывает так, что вот собирается женщина и выпекает харан улар для вот всего села? Да, да, когда да. Свадьба. Когда большие мероприятия, свадьба. Каждая хозяйка наносит на хлеб свой собственный узор. За выпечкой хлеба женщина успевает обсудить и насущные семейно-бытовые проблемы. Темы бывают разные, последние новости. И особенно у нас критикуют своих мужей. Для приготовления еды и отопления жилища огульцы используют кизяк. В отсутствии дров и угля кизяк становится незаменимым топливом. Его изготавливают здесь же. Замес соломы и навоза прессуется в кирпичики и высушивается на солнце для дальнейшего его использования в качестве топлива или даже строительного материала. Такие кирпичики, как правило, изготавливаются впрок. В огульских деревнях можно увидеть целые улицы, выстроенные из кизяка. Это топливо, которое мы заготавливаем на зиму. А сегодня, поскольку холодно, лето, поскольку холодно, и пришлось, и нам приходится топить и летом тоже. Вот зайдем и покажем.
А бывает так, что вот жаркое лето, и вы топите? Да, печь? Я лично, да. И жаркое лето тоже топим. А есть определенное время года, когда вы заготавливаете кизяк? Да. Это когда? У нас и осенью заготавливают, и зимой тоже. Это твердое топливо. У нас половину ставим по краям, чтобы тепло было. А это кизяк уже называется. В Буршаге действительно очень холодно. Температура воздуха знойным летом здесь не превышает даже 10 градусов, а ночью от 2 до 5. Вы варенье готовите, да? Да, я готовлю варенье. Пожалуйста, вот покажу вам. А можно как попробовать? Попробуйте тоже. Из брусники. Как раз у нас сейчас брусника растет. А... Вовремя подоспели. Вот. Дайте сюда. Из чего еще готовят варенье? Варенье мы покупаем сюда. Из каких еще ягод, фруктов готовите в агуле варенье? Варенье из... Как это сказать? Из, ну, сюда привозят из всех ягод. Из земляники, из брусники. А так из яблок, из алича, из можно из всяких. Это брусника, да? Это брусника, в данном случае. Как раз вот я вам покажу. Можете попробовать. Много не надо. Вот и попробуйте. Она уже готова, да? Почти что, да. Интересно. Горячая очень. Горячая, да. Ну, вкусно. Ну, вкусно. Кстати, очень вкусно. Она и полезна. То есть это вы готовите к чаю или к... К чаю, да. В качестве лекарства используете? Как лекарство. Оно помогает от давления. И от еще других болезней тоже. Так говорят. Поэтому нам приходится... А варенье уже готово? Ну, почти что, еще чуть-чуть надо еще варить. Вкусно, спасибо большое. Пока мы пробовали варенье, у наших хлебопеков испекся вкусный и сдобный харан-улар. Это хлеб ежедневно печем. Да, печем вот такой хлеб. То есть его уже можно есть? Можно есть, да. С сыром? С сыром. Или с сыром, или с сметаной, или чем-нибудь другим. Или с маслом, кто как хочет. Это готовить. Это уже можно есть? Да, можно есть. Так, сейчас отломаем. А нет разницы, с какого края? Нет. Узоры вроде везде одинаковые. Да. Тоже очень вкусно, кстати. Жалко, что нет сметаны, да, или сыра. Мы возьмем его с собой. Численность постоянного населения в Буршаге не превышает и 400, это около 70 дворов. Все они родственники между собой, двоюродные и троюродные братья и сестры. На свадьбах и поминках здесь принимает участие все село, как одна большая семья. Общая же численность агулов составляет около 14 тысяч человек в Дагестане и чуть более 18 тысяч в целом по стране. Thank you.
Буршак и раньше был небольшим селом, но богатым. По некоторым данным, название населенного пункта так с местного языка и переводится «богатая земля». После нашествия монголов Буршак был полностью разрушен и вскоре вновь отстроен, но уже в другом месте, там, где она находится и поныне. Как и многие агульские села, Буршак попал под власть лакского хана. Самым невыносимым, как считают буршакцы, был Аглархан. Его нукеры угоняли отсюда отары овец и стада коров. Аглархан стал правителем. Он происходит из ханской династии. Аглархан. Казыкмосской ханской династии. Он был ротмистром царской армии до 1847 года. И его в этом же 1847 году ротмистр становится казыкмосским ханом. Конечно, территория агульских обществ попадала под влияние и табасаранских правителей, и казыкмосских владетелей. Они потому что были разобщены, были отдельные общества. И поэтому эти ханы старались они подчинить своей власти те или иные соседние общества. Но говоря о его жестокостях, надо отметить, конечно же, они ханы, они правители, они старались подчинить своей власти как можно больше народностей различных. И тем более подчинили они своей власти вот некоторые агульские общества. Но они, когда становятся ханами, что они делают? Они как можно побольше от обществ и свою пользу взимали там баранами, там другими пастбищами, вот эти пастбищные земли. Они старались, конечно, они ханы, раз ханы, они эксплуатировали общество, население этих обществ. Дороги здесь вымощены булыжником, а стены построены из дикого камня. Это характерная особенность домостроения в Агульском районе, как и, впрочем, во многих высокогорных селах Дагестана. Вот такой вот он, Агульский район, дикий и красивый. В зимнюю пору Буршак оказывается под властью другого хана, повелителя Ледового царства. Мороз в это время так приударит, что деревья в садах трещат. Молодое поколение селян отказывается жить в таких условиях и покидает родовое гнездо в поисках лучшего места в городе. Те же, кто остаются, вынуждены приспосабливаться. Горы не знают жалости. Здесь, на высоте свыше 1500 метров, гонимые суровым нравом стихии, жителям ничего не остается, как обратиться к милости Всевышнего. Так родились культовые обряды – вызывание солнца, дождя, умилостивление природы. Попасть на один из таких обрядов посчастливилось и нашей съемочной группе. Самый основной атрибут обряда вызывания солнца – это кукла, наряженная в яркие одежды. Буршакцы ее называют «биркинцай».
Безусловно, она символизирует солнце. Куклу несет процессия вокруг костра, напевая при этом обрядовую песню. В этом своего рода заклинание – просьба к Всевышнему послать солнце, похожее на желтое платье Беркинсай. Дальше участники процессии прыгают через костер, в котором, помимо всего прочего старья, по обычаю жгли сито. Оно в ритуалах символизирует дождь. В Буршаге существует поверье, что, пройдя сквозь огонь, можно очиститься от грехов. Это пережитки зороастризма, сохранившиеся со времен Средневековья. В это же время раздаются милостыни из чего-нибудь съестного. اللهم بارك روح سيدنا محمد وجزيه أن أفضل ما جزيته نبيا عن أمته وآتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. Сразу после завершения ритуала взрослые его участники отправляются в мечеть для молитвы. Это заключительная стадия обряда вызывания солнца. Чтобы успеть побеседовать с имамом мечети, мы отправились туда пораньше. Мы находимся в одной из самых древних мечетей Агульского района. По некоторым данным, этой мечети больше 650 лет. В культовом сооружении все пропитано духовностью, словно под сводами мечети раздается многоголосая аминь. Салам алейкум. Это имам мечети. Да. Гаудин, мы сейчас побывали на культовом обряде вызывания солнца. Скажите, вот как трактует это ислам, вот этот обряд, с точки зрения ислама? Ну, этот... То, что вот эти обряды, это не соответствует по шариату, это доисламские обряды. Это некоторые вот это совершают. Но в исламе есть тоже просьба, есть вот дуа, который просит у Аллаха Всевышнего, чтобы был дождь, просит, чтобы была вот хорошая погода. Это есть дуа. А то, что вот это всякие вот церемонии, это не соответствует по шариату у нас. Ну, очевидно, это воспринимается в силе как игры там. Ну да, забавы. Как да, такой формы. Скажите, а правда, что мечети больше 650 лет? Да, это правда. Вот здесь свидетельствует то, что вот эта колонка, там написано, вот надписи. А на можете показать? Да. Вот здесь написано, это все даты, кто построил, вот мастера, их имена. А вот. Даты можно вот. Сейчас вот, вот прочесть? Тарих от Амана Мятного Сабеня Саласина, это... В 870 году по хиджру, по мусульманскому летоисчислению, ну, уходит где-то 650 лет по нашим датам. А так... А что еще написано? Вот наверху, например. Этот... «Кад фаана хада эмаду яндиш васаэль нас» – это построил этот мастер яндиш. Такой, вот, и на, все люди, которые здесь проживают, содействовали на это добро. И вот вкратце там вот написано. Процессы цивилизации разрушили духовно-культурную целостность Буршага. Отсутствие бытовых условий и суровый горный климат выдавили молодежь из села. Многие дома здесь пустуют и по сей день. В их очагах уже давно погас огонь. И лишь некоторые из переселившихся изредка приезжают на отдых в уже опустевшие родительские жилища. Современная культура буршагцев насквозь пронизана влиянием города. И только вековые стены старинных сооружений и памятники древнего зодчества продолжают безмолвно хранить тайны истории. Тайны великих побед и достойных поражений.
actions and your lies. Who right do you have to point at me? Well, I'm sinning.